когда проснулся среди ночи, за 2 с лишним часа до времени вставания потенциального, и думаешь, чем бы заняться, а не приготовить ли мне пожрать, покушать. Мясо молодого порося. То ли нож не особо острый, то ли надо было попросить ближнего родственника разрезать это чертово мясо. На самом деле мясо порося. Свалил бы ты отсюда, а? У тебя вообще своя еда есть, с не меньше вкусным мясом. Я думаю, слабонервные тут помрут. Или наоборот. Не, не помрут, но поводят-то точно. Сожрёшь твоё счастье. Сожрал, однако. Не, ладно, пусть так будет.
посмотрели и хватит. Для чего нужна халявная газета? Потом еще добавлю картошек. Ничего, такой удобный нож. Внезапно. Собрался ко мне подписчик. Но так как ко мне уже сколько всего этих подписчиков собиралось, и стабильно в конце, в итоге, не будем говорить матное слово, обманывали, то я не удивлюсь, если подписчик не приедет. Но если приедет, то как бы я-то тоже есть хочу. Хоть мне и сказали, что если я только ради нее готовить буду, то это ей будет неудобно спать на потолке. Носила от коробку с яблоками. Занулась я, что-то надо было это сначала помыть же, а потом воду кидать. Значит, помою, потом сменю воду. Кстати, наше мясико. Мясико. Малость убавили газ. Я вообще так уже делала картошечку, но вот не сняла ее никак, даже, по-моему, в Инстаграм не вылила. Это, к слову, куда девать маленькую картошку, если у вас в саду именно такая в основе и была. Писал мне кто-то в комментах, что овощи растут в огороде, а не в саду. Ну, на самом деле, они вообще, в принципе, растут и там, и там. У нас в этом году они росли в саду.
Я-то думала, что я пишу. Короче говоря, здесь у меня было мясо. Я им слегка поделилась с уже вымытой и с новой фильтрованной водой картошкой. Потом сюда добавится еще картошка, еще мясо. Кстати, свининка вчера была куплена, буквально, в пятницу. Слегка подрумянилась.
что слегка покрупнее, я разрезаю. Ему вчера перепало коровятиной вареной.
Я думаю, можно еще немножко почистить картофель. Либо где-то процентов на 70 у меня действительно будет, у меня точнее, человек. То бишь два человека будут от сил слопывать. Даже если и нет, сожрать всегда успеем. К тому же первый раз одела, мне очень понравилось. На кругленькой маленькой картошечке в основе. И стертой из морозилки морковкой. Правда, в прошлый раз, по-моему, я забыла посолить. Поэтому солила уже по скрипту. Так вот, не то чтобы любовь к чистке картошки, но желание чистить картошку, по-моему, напрямую зависит от того, с кем вы обитаете. Один вы живете, или с кем-то, кто выносит вам периодически мозги. Потому что раньше чистить картошку как-то не особо любила. Да и можно сказать, так не любила. Когда мне пишут комменты, что типа, ой, ты так изменилась, а в лучшую сторону, бла-бла-бла, на самом деле все та же Лёля, просто Лёле никто не выносит мозги. А еще Лёля уже конкретно так хочет и есть. Поэтому надо будет что-нибудь слопать.
фигурка такая чисто. Вот у нас тут кайтошечка. Не, ну вам-то, если будете так делать, я советую это мясо разрезать помельче. Это у меня слегка руки не из того места растут или силы не хватает. Морковки же надо сказать, я тут совсем забыла. Замороженной морковки. Думаю, можно еще чуть-чуть тереть. Морковки много не бывает. Только она, блин, холодная, вообще ледяная. У меня рука отмокла. Вот так оно сейчас выглядит. Сейчас я туда еще луковинку суну. Луковинка. Ой, блин. Там молоко справа или лево по борту. Мне ж надо что-то покушать среди ночи, если я голоден. Не советую повторять также чистку лука.
У меня есть волшебное мыло, которое помогает смыть запах лука. Хорошо, когда у тебя есть свое. Лавровое. Дерево. Это кот дерет коробочку. Тише. Подери коробочку на камеру. Да-да, это вот моя красивая эта штука. Лепестрическая мясорубка. Вот она у нас лавровая. Даже не, уже не дерево, а листик, уже помытый. Не надо посолить. У меня тут есть типа соль с чесноком и укропом. Оставшаяся от самопального сала. Я не особо в курсах, сколько надо туда соли. Поэтому я чуть меньше чайной ложки туда зафигачу. А потом, если что, уже как получится. Может, еще посолить надо будет. В момент поедания всего счастья. Ну, видно же, что туда. Ну, я там иногда периодически помешиваю. И сколько-то, ну, там минут 20-30 сейчас, хрен его знает, не замечала. Варится. В общем... Потом я, наверное, запишу, как оно выглядит. Вот таким моя картошечка.